Семья Корнеевых в первый раз пустила к себе домой съемочную группу телекомпании «Видное ТВ» чуть больше 15 лет назад. Родилась девочка. Не первая в семье, но первая в 2000 году на весь район. На ту пору в столице Марлышков пообещал квартиру первому москвичу, родившемуся в новом веке. Администрация Ленинского района каким-то образом отметила рождение Полины? Нет. И знать бы не знала молодая мама Оля, какого человека родила. Не задай тогда наша журналистка Вера Примаченко наводящего вопроса. Почему бы семье Поли тоже не претендовать на отдельное жилье, подумали молодые родители и пошли ва-банк. Мы написали нашему мэру, на тот момент был Сергей Сергеевич Евтюхов, он нам отказал, с отказом за неимением жилплощади квартиру дать не можем. Вот. Ну и, собственно, его отказ, наше там письмо мы отправили уже Громову. И квартиру дали. Девочка родилась как минимум под удачной звездой. У Бориса Громова на тот момент была предвыборная кампания. Указанием сверху на семью Корнеевых свалилась целая трешка. И из малогабаритной хрущевской двухкомнатной с протекающей крышей, где Алексей, Ольга, Никита и Полина делили площадь с бабушкой, дедушкой и прабабушкой, они переехали уже к лету. На тот момент мне было 23 года. 23 года получить свою собственную квартиру от государства, ну, собственно, это и тогда был нонсенс, да, и, собственно, сейчас, то есть особо их не раздают. Сегодня Полине 15. Она воспитывает овчарку Тойоту и собирается поступать в колледж при Российской академии правосудия. Девочка 2000 намерена стать федеральным судьей. Стержень для этого имеется. Я с подругой поехала в магазин, мы зашли, и я хотела купить себе футболку. Она стоила, ну, наверное, тоже рублей 700. Она мне пробивает, ну, 1200. Я говорю, это не по закону. Вы мне должны пробить по такой цене, по которой я увидела. Школьница Полина серьезно и убедительно, как мама-юрист. Ольга открыла свою компанию и занимается помощью населению по гражданским делам. Три высших образования, трое детей. В трехкомнатной счастливой квартире через 6 лет после новоселья появился Захар. Пловец, гитарист, театрал, гусляр и круглый отличник. Глава семейства работает на московском коксогазовом заводе. Старший Никита готовится поступать в Рязанское училище, будет военным. Мы побывали в семье Корнеевых ранним утром, потому что в другое время очень активных видновчан всех вместе не застать. Кто знает, быть может, мои коллеги в 2030 году вновь напросятся в гости к Полине и ее семье. Дай бог, будет повод. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.